Доброе утро. Мы на даче, и у нас по-прежнему идет дождь. Сегодня хочу поговорить о миксбордерах. Какие они бывают, чем наполнены. Ну, конечно же, и показать свои. Итак, что же такое миксбордеры? Это цветники, на которых высажены декоративные растения, дополняющие друг друга. Для наполнения цветников могут быть использованы как многолетники, так и однолетники. Цветы, кустарники и даже небольшие деревья. Я предпочитаю миксбордеры из многолетников. Миксбордеры могут быть односторонними и двухсторонними. Пример одностороннего миксбордера, состоящего в основном из кустарников. На заднем плане расположены высокие, на переднем низкие. При создании миксбордера из кустарников особой популярностью пользуются барбарис, спиреи, пузыреплодник, лапчатка, которые проявляют свои декоративные качества весь сезон. Спиреи украшают миксбордер своей ажурной листвой. Впрочем, так же, как и рябинолистник. Пузыреплодник своими яркими красками. Лапчатка нежными, но красивыми цветами. Пасконник своей мощью, да еще он потом и расцветет. Растения так выросли, что моего зайца, сидящего на пеньке, совсем не видно. А вот пример двухстороннего, состоящего из многолетников и соло на трубе, конечно же, выполняют мои любимые хосты. Что здесь растет? И хвойники, и карликовые барбарисы, хосты, всевозможные травы. И кое-где посажены однолетние растения. При формировании миксбордера из многолетников надо учитывать и то, что растения вырастут, и для этого им нужно оставлять свободное место, которое в первые годы вполне можно заполнить однолетниками. А еще двухсторонний миксбордер должен быть декоративен с обеих сторон. Некоторые миксбордеры могут нести определенную смысловую нагрузку. В данном случае подчеркивает ландшафт лесного уголка. Здесь соло, безусловно, исполняет горная сосна и, конечно же, лесной вереск. Остальные растения растут так, как им вздумается. Вот там в середине барвинок, вербейник переплетается с седумом. Здесь я хотела создать будто бы дикий участок, неухоженный. На этом участке мне не хотелось никакой прилизанности, чтобы все росло так, как растется. Еще один пример миксбордера, несущего определенную смысловую нагрузку. В данном случае он подчеркивает ландшафт искусственного водоема. Здесь очень много растений. И герань, и папоротники, и осока, и вербейник, и бересклет, бадан, живучка, седум, лилии, которые отцвели, эрика, ситник, который я тоже взяла из леса. На заднем плане ирисы сибирские, ирисы болотные, астильбеидос, который со временем вырастет в огромный-огромный куст. А еще на заднем плане лаконос и ива шаровидная. Немножко проведу камерой.
в этом водоеме после зимы, я не меняла и поняла, что нимфеи это гораздо больше нравится. Формы миксбордеров могут быть различными, правильными или такими изогнутыми и замысловатыми. Сделать красивый миксбордер из многолетников можно при помощи растений с декоративным листом. Поэтому в композиции можно включать гейхеры, папоротники, брунеры, хосты. На этом маленьком участке у меня посажены хоста, флоксы, 5 видов. Когда они зацветут, будет очень и очень красиво. Клематис, который дает этой композиции высоту. Выбирая растения для миксбордеров, необходимо учитывать и их окраску. Миксбордер может быть как монохромным, так и контрастным. Из моих миксбордеров видно, что я предпочитаю контрастные. А это пример миксбордера, в общем-то состоящего из одних хост. Создать миксбордер под силу каждому. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать и показать. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи! Thank you.